Среди почти полумиллиона привившихся от коронавируса самарцев второй раз разыграли призы – квартиру, автомобили и 1000 сертификатов номиналом 4000 рублей. Однако главный подарок в нынешней ситуации сделали себе сами участники. Привившись, обезопасили свое здоровье от коварного вируса. Мы не должны забывать, что в Самарской области развернуты 35 лечебных учреждений, где существуют стационарные открытые койки. И на сегодняшний день чуть более 3500 наших жителей находятся на госпитальных койках. И очень важный момент, который мы тоже должны отметить, что 56,3% из них, которые нуждаются в кислородной терапии, в кислородной поддержке. Еще 12 тысяч пациентов находятся на амбулаторном лечении. В регионе закупили более 2 миллионов доз вакцины. На сегодняшний день вакцинировано 77% населения. Это пятое место по стране. Чтобы немножечко облегчить нашу работу врачей, я просто и поберечь свое здоровье, своих близких, родных, друзей, я всех призываю, пожалуйста, придите и вакцинируйтесь. У нас для этого сейчас все есть. И круглосуточные прививочные пункты. И в каждой поликлинике есть пункты вакцинации. Для тех, кто уже вакцинировался, начиная с 24 сентября прошлого года, решили разыграть призы. В первом этапе викторины в ноябре было 183 тысячи участников. В этот раз уже в 2,5 раза больше. Результаты определяют с помощью специальной программы. С точки зрения технической составляющей, это разработка программы обеспечения, которая по заданному алгоритму случайной выборки уникальных номеров осуществляет выбор победителей. Здесь все достаточно стандартно. Есть определенные процедуры случайной выборки, которые, соответственно, генерируют в случайном порядке уникальные номера. Испытать свою удачу еще есть время. Заключительный розыгрыш пройдет 22 декабря. Все номера, которые не выиграли в первые два раза, автоматически участвуют в третьем этапе. Но к ним присоединятся еще и те, кто успеет сделать прививку до 20 декабря включительно. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.